Доброе утро, воскресенье, 10 утра, собрался поехать покататься, обнаружил проблему. Одна резиночка херово зашла и пропускает антифриз, капает уже, если видно капельки. Надо будет разбирать, ставить другие резинки, пробовать опять засунуть. Горы по кругу, горы, горы, горы. И что тут пишет? You are here. Я здесь, у меня бензина мало осталось. Я много не заливал, думал, что далеко не поеду. Надо будет ехать домой. Домой, короче, делать мотоцикл. Все, покурим и поедем дальше. Короче, ребята, просто пень. Это гора какая большая. Просвистела мне все уши, одна дырочка. Пока ехал. Салем, когда ты на землю упал, здесь вот стекло порвало. Я эту заглушку потерял, вот такую. Здесь тоже уже когда-то потеряю. Будем делать лайфхак. Фильтрики есть. И оказались в кармане, смотрите, ножницы. Будем делать заглушку, а то все уши просвистел пипец. Крутить поменьше его. Во. Вот так вот. Не будет так свистеть. А то все уши просвистело. Иду посад в туалет. Посмотрите, в горах стоит туалет какой чистый. Пипец. В городе, когда концерт бывает, там насрано пипец, а здесь людей нету, никто не срет. Квадрики, ребята, отсюда приехали. Здесь знак, что нельзя ехать. Это для армии. Они здесь бомбы зарывают, типа. Короче, ребята, мне надо искать колонку. Вообще мало бензина осталось. Рыба прыгает. Yeah.
Ребята, покатушки покатушками, но обед по расписанию. Какая красота, да, по кругу. Между гор, пообедаем у речки. На таком вот камне. Что, ребята, будем прощаться. Если понравился видосик, ставьте лайки. Если не понравился видосик, ставьте дизлайки. На красивом вью. Красота вокруг. Покатался от души, насмотрелся видов, красивых видов. Very beautiful around. If you like video, put dislike. If you don't like video, put like. That's it, guys. See you next time, somewhere.